Ошибка Воронина, улетает в отбойники Воронин. Это Воронин, ошибался. Ну, тоже не видел я этого момента. Может быть, судьи и дадут какой-то штраф. Вы посмотрите, вот она, корректная борьба. Оставил ему место. Оу, Сафронов, что делает сейчас? Тройная борьба, лучший выход сейчас у Шварца. Господи, а я вообще не успеваю, расставить о том, как они меняются позициями. Я только хочу назвать одну фамилию, и тут же мне уже приходится называть другую. Да, очень интересная борьба, в отличие от первого претендента. Там ошибается и Дмитриев. Да, показывает руки свои вверх. Видимо, чем-то недоволен. Может быть, тоже был какой-то канат, либо опять его сорвало заднюю ось его карта. Здесь Трупаев уже с Радивилиным борется, спорит за третью позицию и вовнутрь заходит. Но ход-то будет сейчас у Радивилина лучше. И нет, все-таки Трупаев его прошел. Посмотрите, друзья, на прошлом круге у Шварца был лучше выход с ошибкой. И Федотов уже проходит. Посмотрите, второго пилота, не Фингитсенка, от Racing Team или Ивана Сафронова. Да, может быть, и карт ему достался очень плохой, и поэтому с этим именно связано его отсутствие, точнее, темпа в этой гонке. Радивилин пробует сейчас вовнутрь зайти, не получается, ошибается он. Здесь Сафронов борется с Федотом, обратно его проходит. Яковлев уже подъехал, врывает сейчас во внутреннюю траекторию, пристроился за Сафроновым, во внутреннюю входит и проходит он сейчас Федотова. Также и проходит Сафронова, видимо, не хватает максималки у Сафронова, здесь Федотов тоже атакует Сафронова, но у Сафронова будет сейчас лучший выход, если он сейчас его не отпустит, а он это и делает. Он отпускает, но ошибается Федотов в свою очередь, и пропускает, этим пользуется Яковлев, который отъезжает от этой пары дуэлянтов. Там подъехал уже и Кузнецов к нему. Вовнутрь сейчас заходит Федотов и проходит его, но пробует сейчас перекрестить, не хватает хода, опять же, вот говорю, вот сейчас мы визуально видим, как у Федотова лучше работает максималка по сравнению с картами Ивана Сафронова. Кузнецов уже с Дмитрием подъехали и к нему. Вот это интересно, Сафронов стартовал с первой позиции и откатился уже. Конец пелетона. Кузнецов пробует перекрестить, но сам в свою очередь ошибается. Дмитрий подкатывает к нему. Тоже и с контактом, но закрывает ему полностью проезд Сафронов Кузнецову. Максималка опять же плохая у Сафронова. И лучше работают карты у Дмитриева и у Кузнецова. Кузнецов ошибается. И тройная борьба, вы посмотрите, бок о бок все три пилота идут, что будет Кузнецов сейчас делать? Нет, отпускает он немножко Дмитриева, Сафронов обратно контратакует, не получается у него отыграть обратно позицию у Кузнецова. Кузнецов в свою очередь борется с Дмитриевым, тоже не получается ему пройти Дмитриева. Остается совсем немного времени до окончания именно этого заезда. Пока вот нам показывают именно эту борьбу. Ошибается немного, проехал вперед на позднем торможении Кузнецов. Вот показывает борьбу Яковлева и Федотова. Да, у Сафронова явно не идут дела, потому что он практически в конце пелетона. Сзади него только, по-моему, Чибисов и Воронин, который зашел! Разворачивает Федотова, посмотрите, пробовал он перед первым поворотом зайти во внутреннюю траекторию относительно Вадима Яковлева, перетормозил, сорвало его заднюю ось его карта и... Стоп, я не понял, Вадима Яковлева тоже в этом моменте что ли развернул, потому что они вместе-то ехали. Сафронов-то впереди, это понятно, но что здесь делать Яковлев, ведь он проехал дальше. А, может быть, скорее всего, замедлил ход, и поэтому его прошло несколько пилотов, потому что там первый поворот проходит на полном газу, и любая заминка газом, либо... Опять пробует! Нет, все-таки в этот раз не решился пойти в этом повороте. А вот здесь максималка была лучше у Федотова на торможении сейчас. Пробует перекрестить, не получается. Не получается сейчас, и да, проходит Яковлева Федотов, да, испортили друг другу гонку Федотов.
первый он сам себя, можно так сказать, развернул, ошибся на торможении. Вы видели, да, дым из тормозов. О, вовнутрь пробует сейчас пройти Шварц. Тур поэтому прикрывает калитку. В этом именно моменте опять максималка лучше вовнутрь проходит сейчас Шварц. И без особых усилий, как стоячего, проходит сейчас Шварц. Турупаева вскоре за... Ну, скорее всего, за третью позицию, я так понял. Потому что не могу вам сказать конкретно, кто сейчас идет на... Ну, точно знаю, что Мирский идет на первой позиции, Радзивиллин, скорее всего, на второй. А здесь уже вот она, парочка, когда подъезжала ко всем, отъезжала, уже эта парочка подъехала и к Радзивиллину. Ну, не совсем, они, ну, можно сказать, в зоне крыла, да? Но здесь крыла нет, и поэтому в зоне видимости, можно так сказать, относительно Радзивиллина. Сейчас именно эти два пилота, Кузнецов и Дмитриев, они между собой борются, но на самом деле я бы не стал этого делать. Со стороны Кузнецова дал бы, можно так сказать, сел на хвост Дмитриеву и подкатывал бы все ближе и ближе к тем или иным пилотам. Федотов уже к Сафронову подъехал, вы посмотрите, будет сейчас атака, как мы видели, у Сафронова максималка не совсем хорошая. По отношению к Федотову, пробует перекрестить сейчас напрямую, сел на хвост, закрывает траекторию ему сейчас, но оставляет место Сафронов, и тоже как стоячего Федотов проходит, там и Яковлев уже подъехал к Сафронову. Отлично, Федотов просто возвращается в форму трехгодичной давности, когда он завоевал свой первый чемпионский титул, зря я это сказал, ошибается сейчас на во втором повороте, на выходе, на входе точнее, в во второй поворот шпильку. Яковлев может быть сейчас по внешней пробует перекрестить, но не дает сейчас Сафронова по внешней. Вы посмотрите, что сделал сейчас, он просто закрыл траекторию и тоже проходит его сейчас именно в этом повороте. И Вадим Яковлев кругом спустя вот подъехал уже Дмитриев и Кузнецов к Радзивиллину. Нет, правильно все-таки сделал Кузнецов. Пробует сейчас, может быть, перекрестить. И выгодная ситуация сейчас Кузнецов. Нет, не получается. Садится на ход сейчас относительно Радзивиллина. Алексей Дмитриев и по внешней траектории сейчас заходит. Нет, не получается. Может быть, здесь будет лучше максималка у Кузнецова. Но он упирается. Упирается сейчас в Дмитриева. Не получается. Вот сейчас, может быть, нужно было перекрестить Кузнецова, чтобы пройти сразу двоих. Дмитриев не может пройти, не получается, вовнутрь сейчас заходит Кузнецов, ошибается на внешний сейчас Дмитрий, боком они идут сейчас на задний прямой, тоже, вы посмотрите, что творится, ну, может быть, если бы немножко чуть-чуть довернул вправо относительно Кузнецова, Дмитрий произошел бы такой же контакт, который был в первом предфинале с Павлом Башкировым и Дмитрием Гудком, тоже практически опасный момент был между Дмитрием и Кузнецовым. Пробует опять по внутренним пройти сейчас во втором повороте Алексей Дмитриев, не получается. И Кузнецов опять на позднем торможении, за счет этого торможения проходит его, но не до конца. Опять вы посмотрите, что здесь творится, второй круг подряд. Я думаю, тоже судим стоит все-таки смотреться на этот момент, потому что в принципе одинаковые моменты и просто разные последствия. Кузнецов! Что он делает, посмотрите, не хватает ему максималки, у Дмитриева лучше максималка, но он упирается сейчас, нет, все-таки, может быть, и перекрести! Не получается, нет, вот она, тройная борьба, смотрите, что творится, просто на эмоциях комментирую вам, дорогие друзья, это что-то, на самом деле, по сравнению с прошлым этапом, здесь намного интереснее, потому что видна вся трасса. По сравнению с Форцей, Кузнецов теряет позицию относительно Дмитриева, тот ошибается, упирается и вовнутрь заходит Кузнецов, может быть, лучше будет сейчас разгон у Кузнецова относительно Радзивиллина, и Радзивиллин практически останавливается. Что сейчас произошло относительно Радзивиллина, не могу сказать, может быть, он перестраховался и тормозился. А, финиш, поэтому и остановился Радзивиллин, не дал.